Всем привет, ребят! С вами снова Катерилос, и это, значит, сами понимаете, симулятор боксов для Brawl Stars, но сегодня будет батл трех симуляторов боксов. Это Лемон Бокс, что там? Ну, короче, три симулятора боксов, вот. Сегодня у нас по 5 минут на каждый симулятор, и посмотрим, что нам выпадет. В первом симуляторе боксов мы сразу же видим два подарочка, красный и синий, в углу. Также ящики. Ну, можно экран сменить вот так вот. У нас сразу звездная шель, ну, потому что скин такой был. Вот я вот за кадром вывел два бравлера за 6 боксов, значит. Вот. Можно эту шелли прокачать, значит. Вот. Ну и погнали. Откроем подарочек. Получаем 1078 золота. А здесь мы получаем 2601 золото. Ну и открываем. В первом ничего. И здесь ничего. Тут тоже ничего. Пусто, короче. Да, кстати, тут трафик. Оба-на, пока выпал. Так, ну пока это хорошо, у нас еще Нита там есть. Но Нита не будет считаться. Такс. Наверное, это я сюда перемещу. Так, откроем большой. Так, откроем мега ящик. Так, сколько у нас? 4 бравлера и 4. Хочу 5 предметов. И 4. Сколько золота? А, 166. Фух. Показалось. 5. Так. И выпадает Эль Прим. Так, еще 3 минуты. 2 минуты 20 секунд даже. Еще видосик откроем. Трофейную дорогу тоже заберем сейчас. Так, открою, наверное, бокс за рекламу, только рекламу я вам не покажу. Так, реклама прошла, и открываем. 5 предметов. Ну ладно, ничего. Значит, можно скинчик купить какой-нибудь. О, пассажир шелли. Заберем. Ну, заберем тогда злого Джена. И все. Трофейную дорогу. Не, позже заберу. Блин. Еще минута. Так, открываем. Так, Нита, значит, у нас. Дальше бокс. Бесплатный рекламный. Без рекламы. 5. Ого, 110 на шелле. Так, еще бокс. Кольт. Так, монеты. Еще один бесплатный рекламный бокс. Ничего. Очки силы. Ага, они сами закидываются, значит. Лол. Ну, прикольно.
И бокс. Ну все, это 5 минут прошло. Следующий симулятор. И вот я уже в другом симуляторе. Вот загрузочка такая. Тут тоже бесплатные, кстати. Тут, кстати, есть режим бесплатный. Вот, да, точнее, быстрого открытия, и вот быстро открывать и буду. Кстати, оба-на, не та. Но она не выпала нам, она с этого. Кстати, тут есть квесты. И в прошлом симуляторе тоже были квесты. Такс. Гимасики. А видос получается на 15 минут будет у нас. Кстати, в последнем это симуляторе боксов, ну, последний самый лучший, по моему мнению. А почему, узнаете через 5 минут или через сколько уже? Через 4. Открываем большой. 3. И выпадает. Блин, вообще не выпадает. Так, забираем кольца, получается. Ну как забираем? Он сам дается. Больше 2. Что такое-то? Блин, немножко набегающих не хватает. Так. Вообще не попадает, да ладно. Не... О, есть, пойми. Ну, сверхредкий. Ну, по крайней мере, лучше, чем в прошлом. Потому что в прошлом всего 2 редких. Хотя 2 редких, это как один сверхредкий. Может, 2 квеста накопилось. Надо будет пересмотреть на записи, там прям мигнуло или нет. Так, Джесси получаем. Еще 2 минуты. Сколько геймбоксов? 38. Блин, а нужно 45. Кстати, 45 это хорошо. Кстати, тут мини-игры есть во всех просто симуляторах боксов. Ага, мелочь, рулетка. Ну, сыграем. Зелененький. И выпадает черный. Теперь выберем красный. Ай. Ну и черный. 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 Давай, выпадай черный. Есть. 182 монеты. Еще минуту открываем тулбокса. Брок. Получаем. Брока. Закрыть. Реклама иногда вылазит. Это плохо. Очень плохо. Да ну, всего один бравлер, что ли? Да ну, не может быть такого. Ай, 2 гема не хватило. Я хочу когда ящик открыть. Ну, может, в квестах там есть гемы. Да, есть гемы. Все, открываем. И 5. Ну да, как я, в принципе, и ожидал. Так, динамайк. Ну и последний бокс получается. Даже 2. И
Все. Следующий симулятор. Вот он. Последний симулятор. Блин, тут реклама. И тут нужно играть, чтобы получать боксы, чтобы вы понимали. И, ну, ничего нет. Не-не-не. Это ничего. Нет. Всего лишь какая-то ли... Ладно. Играем в ШД. Вот там у нас кольт. Можно забрать кольта. Думаю, добьем до 15-го и... Рано. Так, погодите. Я хочу, чтобы эта панель убралась. Короче, ничего не получилось. Ладно, наверное, Шелли прокачаем. До второго уровня хотя бы. Погодите, я что, не записал этот фрагмент? Блин. Сорян. Ну, короче. Наверное, будут видео без музыки. Значит. Потому что рекордер просто не хочет вставлять их. Вставлять всю музыку, которую я хочу. Ну, там всего одна музыка на видосик идет всегда. Вот. Сейчас мы докачиваем, значит, Шелли. И открываем боксы. Блин, что-то как-то медленно идут кубки. Ну да, потому что вторая сила всего. И 24 есть 15 ранг. Так, сначала трофейную дорогу заберем. Кольтец. Даблеры, 25 гемасов, бигбокс и... Так, бул. И... игл, да. Это значит... 13 боксов. Так, быстренько нужно открыть их. И выпадает у нас спраут. Ну, значит, этот бокс, симулятор боксов, все полностью победил, просто всех размазал. Потому что уже выпал спраут. А там только сверхредкие и два редких. Слишком часто вылазит реклама. Я дико извиняюсь. Ну, ладно, мы продолжим. Ждем еще бравлера. Ну, наверное, нам уже не выпадет. Шанс понизил, наверное, нам. Все, маленькие закончились. И 4 больших мегаящика. Так, последний большой есть. Джин. Я просто в шоке с этого симулятора. Он слишком жесткий. Ну и мега ящик. 5. И 16 гемасиков. Ну-ка, там есть 160. О, можно 100 гемасиков купить. Ладно, я куплю. 6 предметов, я в шоке. И выпадает. Ну, рикошет, ну ладно, наконец-то выпал сверхредкий. Я просто радуюсь теперь сверхредким. Потому что тут мифики падают жестко и леги. 5 предметов. А еще гемасики выпадете. Ой, 19? Нет. Ну все, ребят, на этом я заканчиваю. С вами был Катерус. Всем удачи, до новых встреч. Пока.